Уважаемые друзья, в последнее время все мы с вами являемся свидетелями, что много высказываний со стороны как наших политических некоторых лидеров и экспертов, так и со стороны наших соседей румынских политологов высказывается очень много о объединении наших республик. Что касается руководства Гагаузии, вы уже не раз слышали, я еще раз хочу повторить, что по этому вопросу у нас проведен референдум 2 года назад, 2 февраля 2014 года, и решение референдума для нас закон. И это решение является ориентиром для руководства Гагаузии, и оно должно являться ориентиром для всех чиновников, которые работают в Гагаузии. Мы с вами слышим со стороны наших унионистов, вы видите, они флагами махают высоко об объединении. Буквально в субботу, вы являетесь свидетелями, в Бухаресте проведен митинг, где митингующие просили руководство, а именно президента республики, высказаться по этому вопросу и более плотно заняться этим вопросом. Мало того, они уже наметили и митинг на послезавтра, на 24 число, именно по этому и вопросу. Конечно, как народ Гагаузии, так и большинство населения Молдовы хотело бы узнать мнение наших руководителей Молдовы. Мы слышим от многих политологов, от многих руководителей партийных организаций, что якобы по этому вопросу уже очень многое высказано. И ни разу руководство нашей республики не высказывалось об объединении. Это говорят те люди, которые внутренне практически согласны с этим вопросом. Они просто уводят население в сторону. Конечно, мы понимаем, если бы руководство нашей республики высказалось по этому вопросу и в поддержку, тогда, наверное, мы бы с вами поняли, что это практически вопрос решен. Но мы хотели бы узнать четкую позицию нашего руководства, чтобы все спекуляции вокруг этого вопроса исчезли. И очень надеемся на это.